«Радость весны». Написал ее Клиффорд Браун, это замечательный чернокожий трубач, который ушел из жизни всего лишь в 26 лет, но оставил колоссальное влияние после себя. Итак, мы продолжим композицию, которая называется «Nice Work If You Can Get It». Это Джордж Гершвин. Краткая сентенция звучит так. Отличная работа, если у тебя получится, и у тебя получится, если ты попробуешь. Исполнить ее Эльмира Ильясова. Встречайте. You can get it if you try. Strolling with the
сегодняшний. А дальше будет замечательная композиция, которая называется «Come Rain or Come Shine». Harold Allen и Джонни Мерсер. 1946 год. Сначала Эля исполнит ее в квартете как балладу, а после мы инструментально исполним версию Jazz Messengers в аранжировке именно группы, которая называлась в свое время Jazz Messengers. Итак, Come Rain or Come Shine.